Всем доброго времени суток. Вы на канале. Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания, за ваши лайки, ну за ваше участие в жизни канала. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали не раз работали, но и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, вам рассказываю. Смотрите, называются они Ализе Ангора Голд Симли. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% это шерсть и 5% это металлик. Вот видите, металлическая ниточка, она вот так вот блестит. И нам советует производитель, смотрите, берите, говорит, крючок от двоечки до четверочки. Я данную пряжу вязала крючком номер 3. Да, в принципе, меня все устраивает. Вы берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я, какая у вас есть. Только самое главное, правильно подберите крючок, чтобы у вас все-все получилось. Узорчик, один и тот же узорчик, но из разной пряжи, выглядит совсем по-разному. Поэтому берите свою пряжу, любую, да, пробуйте, экспериментируйте. И еще такой момент, пока не забыла, цвет. Смотрите, цвет вот именно конкретно моих ниточек 114. На камеру передаются вот действительно, как они есть на самом деле. Ну что, свяжем. Итак, я к сегодняшнему узорчику прикладываю схемку. В принципе, она читабельна, да, но качество какое есть. Те, кто умеет работать со схемками, работайте. Те, кто не умеет, повторяйте за руками, и у вас все-все получится. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 12 петелек. Я наберу 3 раппорта, это получается 36 воздушных петелек. И дополнительную петельку я сделаю, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я буду набирать 37 воздушных петелек но ну а вы в свою очередь набираете только сколько вам будет необходимо и так для начала все как всегда петелька фиксации при наборе петелек мы эту петельку не считаем а теперь я буду набирать 37 воздушных петелек поехали раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем по две петельки. Столбик с накидом получается. Видите? Накид. По порядочку в следующую петельку нырнули. Вытянули ниточку. Провязываем точно так же. По две петельки столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот шагать в каждую петельку цепочки и провязывать по столбику с накидом. Сами себя проверяйте. Количество по итогу столбиков должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я вот, например, набрала 37 да, воздушных петелек, значит у меня должно получиться 37 столбиков с накидом. Ну, у вас может быть больше, меньше, сколько вы набрали петель. Все, ничего сложного. Первые вот эти три петельки подъема, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик раз, два, три, четыре, пять, шесть столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно, аккуратненько в каждую петельку до конца ряда. Так, и в конце ряда встретимся. Ведь не сложно? Не сложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики. Все ровненько, аккуратненько приступаем непосредственно к самому узорчику. Так, для начала. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее смотрите накид. В следующий столбик, вот по порядку, который идет, нырнули в верхушечку, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2 столбик с накидом. Накид. В следующий по порядку столбик точно так же нырнули и провязали еще один столбик с накидом. Есть. Помните, да, что вот эти 3 петельки подъема это имитация столбика. Считаем за столбик. 1, 2, 3. 3 столбика с накидом. Далее смотрите внимательно. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три, в четвертый. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп, держим на крючке, дальше не провязываем. Накид, сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп, держим на крючке, не провязываем. А вот теперь все три петельки за раз, все вместе раз провязали. У нас получилось два столбика с накидом с одной общей верхушкой. Угу. далее 3 воздушные петельки раз, два, три, накид возвращаемся вот в этот же столбик и провязываем точно так же два столбика с накидом с одной общей верхушкой раз и два теперь все три петельки провязали вместе видите у нас получается вот такие вот два как бы ну широких таких столбика назовем да их листика 3 воздушные петельки раз 2 3 накид и еще раз так возвращаемся третий раз и провязываем точно так же два столбика с накидом с одной общей верхушкой и все три петельки вместе оп видите Ну назовем листики Да вот такие вот у нас листики получились далее смотрите накид пропускаем три столбика раз два три в четвертый нырнули в верхушечку провязываем столбик с накидом считаем раз накид в следующий по порядку столбик шагаем провязываем еще один столбик с накидом 2 точно так же следующий столбик столбик с накидом 3 в следующий столбик столбик с накидом 4 и в следующий столбик столбик с накидом 5 вот такая у нас картина получилась. Вот эти первые три столбика, да, вот эти как раз самые три столбика из этих пяти мы провязали, видите? То есть дальше будет только повторение. Смотрите, давайте еще раз. Накид. Три столбика пропускаем. В четвертый нырнули и начинаем провязывать первый листик. Раз, накид. Два. Все три петельки вместе. Оп, первый листик готов. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Сюда же опять возвращаемся и провязываем. Первый столбик с накидом не полностью. Второй столбик с накидом не полностью. Теперь все три петельки вместе. Оп. Три воздушные петельки. Раз, два, три. И точно так же третий листик. Раз, нырнули. Накид сюда же нырнули. Две, получается, петельки. Два столбика с накидом, с одной общей петелькой. Оп! С одним общей верхушкой. Сейчас скажу вам. Поняли? Ничего сложного. Дальше смотрите: накид. Опять. 3 столбика пропускаем 1 2 3 и в 4 провязываем столбик с накидом раз считаем столбик с накидом 2 столбик с накидом 3 столбик с накидом 4 и столбик с накидом 5 поняли да все и вот так вот шагать до конца ряда самостоятельно справитесь я думаю справитесь несложно у вас получится Давайте. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Хочу показать вам, как мы заканчиваем ряд. Начинали тремя столбиками, да, и заканчивать будем тоже тремя столбиками. Два столбика я уже провязала. Последний третий, смотрите, накид. Вот у нас три петельки подъема предыдущего ряда. В третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите. Три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. Следующий столбик да, провязываем столбиком с накидом. А третий столбик, смотрите, делаем накид и беремся не за верхушку столбика, а опускаемся ниже. Захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку. Смотрите. И провязываем не по 2 петельки, как мы провязываем столбик с накидом, а сначала одну. Потом 2-2. Две, две. Таким образом, мы как бы немножечко удлинили наш столбик, да, он же, получается, опустился чуть пониже. И чтобы он не стягивал вязание, мы с вами провязали вот таким вот образом рельефный лицевой столбик с накидом. Идем дальше. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Вот наши три листика. Раз, два, три. Беремся за верхушку, вот центрального листика. Вот так вот за верхушечку. И провязываем столбик без накида. Есть. Три воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь смотрите. Мы должны переключиться вот на наши 5 столбиков. Но какая особенность? Первый и последний столбик провязываем одинаково. Вот это будет у нас рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Беремся не за верхушку, а чуть ниже опускаемся. Захватываем столбик сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем вначале одну петельку, потом две петельки, две петельки. Поняли, да? Вот, видите, тут рельеф на лицевой столбик с накидом и тут рельеф на лицевой столбик с накидом. Далее следующие три столбика провязываем как обычные столбики с накидом. За верхушечку столбик с накидом 1, следующий столбик с накидом 2 и следующий столбик с накидом 3. А последний, вот наш этот столбик, будем провязывать опять же рельефным лицевым столбиком с накидом. Взяли, получается, ниточку. Крючком заводим сзади наперед столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем в одну петельку, две, аккуратненько, и две. Видите? И у нас получается как бы вот такая вот граница, видите? Рельеф видно чуть-чуть узорчик подрастет, будет видно немножко получше. Все, и дальше повторение. Три воздушные петельки. Раз, два, три. К центральному вот нашему листику беремся за верхушечку, присоединяемся столбиком без накида. Три воздушные петельки. Раз, два, три. И опять переключаемся на наши пять столбиков. Помним, что первый и последний рельефные лицевые столбики с накидом. Захватили, вытянули. Одна петелька, две, две. Все, и вот так вот шагаете. Следующие получается у нас три столбика. Это обычные столбики. Раз, два, три. Столбики у нас с накидом. Поняли, да? И последний столбик опять рельефный лицевой. Столбик с накидом. Все, несложно. Вот давайте до конца ряда вот так вот шагаете. А в конце ряда встретимся. Договорились? Все, несложно. Давайте у вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда, как мы заканчиваем наш ряд. Помните, да, у нас здесь три столбика. Самый первый получается столбик. У нас рельеф на лицевой столбик с накидом. Следующий столбик у нас обычный столбик с накидом. И заканчиваем мы ряд, смотрите, накид. Три петельки у нас здесь подъема были. Аккуратненько ныряем в третью петельку. И провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, на этом ряд наш закончен. Далее три петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Накид. Второй столбик провязываем обычным столбиком с накидом. А вот третий столбик, смотрите, нам необходимо сохранить рельефность. Видите, у нас получается вот этот столбик рельефный лицевой мы провязывали. То значит, изнаночной стороны провяжем его рельефным изнаночным. Накид. Берем столбик немножко по-другому. Видите, вот так вот спереди-назад получается столбик за крючком вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. Одна петелька, две, две. Вот. Рельефный изнаночный столбик с накидом. Изнаночный хорошо видно. Формирует вот такую вот горизонтальную полосочку. Идем дальше. После наших вот этих вот трех столбиков накид. Там, где у нас был столбик без накида предыдущего ряда, нырнули, вытянули ниточку, провязали две петельки, стоп. Накид еще раз нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп и теперь 3 петельки вместе сформировался вот такой вот листик 3 воздушные петельки 1 2 3 формируем второй листик вот как здесь помните три листика были нырнули вытянули провязали накид нырнули вытянули провязали а теперь все три петельки провязываем вместе Оп. 3 воздушные петельки 1 2 3 накид еще раз сюда нырнули вытянули провязали накид нырнули вытянули провязали и все три петельки вместе Оп, вот у нас получились точно такие же три листика как вот в нашем первом ряду далее у нас идут 5 наших столбиков так? и мы помним что первые и последние должны быть рельефными но в данном случае у нас первый и последний будут рельефными и изнаночными накид захватываем столбик таким образом чтобы столбик был за крючком вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька 2 2 рельефный изнаночный столбик с накидом видите горизонтальная полосочка формируется следующие три столбика обычные столбики с накидом 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом угу. Последний рельефный столбик, рельефный изнаночный. Именно в этом ряду. Накид, захватили столбик спереди назад. За крючком находится столбик, вытягиваем ниточку и провязываем. Одна петелька, две, две. Угу, не сложно. То есть мы как бы повторяем с вами, да, вот предыдущий вот ряд именно с листочками. Только особенность рельефных столбиках все. И дальше опять вот над вашими листиками вы формируете еще одни листики. Листик 1, 3 петельки вместе. об 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Листик 2. Формируем 3 петельки вместе, 3 воздушные. Раз, 2, 3. И третий листик формируем. Оп. То здесь вообще никаких сложностей нет. Согласитесь, да? Все. Видите, опять над теми листиками, которые мы уже провязывали, появились еще одни листики. Дальше провязывайте 5 столбиков при условии, что первый и последний и рельефные и изнаночные. Накид. Захватываем столбик вот таким образом: столбик за крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька, 2, 2. Далее 3 столбика, обычные столбики с накидом. Раз, два. 3. И последний столбик опять рельефный, в данном ряду изнаночный. Все, ничего сложного. Одна петелька, две, две. Поняли? Вот. Вот такая вот начинает вырисовываться потихонечку красота. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, провязала я практически до конца ряда. Показываю, как мы заканчиваем наш ряд. Первый у нас был рельефный изнаночный столбик с накидом, второй обычный столбик с накидом. И вот там, где у нас три петельки подъема, мы аккуратненько ныряем в третью петельку. Так, накид. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема, поворот. Следующий у нас столбик, второй будет обычный столбик с накидом. А там, где рельефный столбик, Помнили, то да? В данном случае видите, он как выпирает. Значит, это у нас будет лицевой накид. Захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку, провязываем 1 петелька, 2, 2. Все, здесь у нас все получаются рельефные столбики лицевыми. Видите, их видно, они выпирают. Далее по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три присоединяемся вот к центральному листику за верхушечку столбиком без накида 3 воздушные петельки раз-два-три переключаемся на наши столбики 5 столбиков первый последний в данном случае рельефные лицевые столбики с накидом захватываем столбик вот таким образом столбик перед крючком вытягиваем ниточку провязываем 1 петелька 2 2 поняли да следующие три столбика обычные Раз, два, три. И опять. Рельефный столбик. В данном случае у нас будет лицевой. Захватили столбик таким образом, что столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем. Одна петелька, две, две. Поняли, да? То сам по себе узорчик, представляется, будет два ряда. Вначале мы делаем листики. А потом мы как бы выравниваем, делаем просто вот такие вот арочки из воздушных петелек. Опять листики, арочки, листики, арочки. Ну и все. А тут, получается, мы провязываем наши 5 столбиков при условии, что первый и последний будут в одном ряду, там, где листики, получается, они у нас рельефные, изнаночные. А там, где вот эти вот арочки из воздушных петелек, они у нас рельефные, лицевые. И все, никаких особенностей больше нет. Давайте, схемка перед вами. Если что, перематывайте видео. Давайте увеличим наш узорчик на несколько рядочков. Да, посмотрим, что в итоге получится. Очень красиво получится. Все, встречаемся. Черница рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая рельефная красота. Как вам? Красота у нас получается односторонняя. Изнаночка вот такая вот. Она аккуратненькая, да, не стыдно показать. Но все-таки изделие, значит, будет иметь лицевую изнаночную сторону. Если вы хотите сделать изделие, чтобы было у вас двусторонним, например, палантин, да, то вы просто не провязывайте рельефные столбики и все. Провязывайте обычные столбики. И у вас будет тоже очень красиво. Как вам? Рельефные столбики именно придают какую-то изюминку, согласитесь, да? Вот такая красота. Смотрите, я обвязала сверху, получается, столбиками с накидом. Ничего сложного. Там, где столбики, обычные столбики с накидом. Там, где воздушные петельки, три воздушные петельки, значит, три столбика. Все. Там, где столбик без накида, тоже столбик с накидом. Все. И получается как бы аккуратненько, как рамочка да, для палантина. Смотрите, какая особенность. Кто дано на канале, знает, что я ну, чаще всего провязываю в воздушные, именно в петельки, не в арочке. А в петельке, мне кажется, так выглядит более аккуратно. Но для сравнения я провязала вот здесь вот в арочку. Видите, столбики с накидом. Оно как-то рыхловато, да, выглядит. Поняли? Это в арочку. Три столбика, три столбика. А вот здесь вот получается в петельку. То есть, если позволяет пряжа, позволяет крючок зрения, то в петельку, смотрите, более аккуратно, мне кажется, выглядит. Но если у вас не получается, да, крючок тоненький, спица, ну, спица, крючки тоненькие, пряжа тоненькая. Не ломайте глаза, провязывайте в арочку. Угу. Вот такая красота. Моя красота вот так вот из моей пряжи чуть-чуть тянется. Вот так вот тянется чуть побольше. Давайте замерим. Итак, я набирала 37 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. У меня получается вот 17 сантиметров. 17. У вас может быть больше, меньше, в зависимости от пряжи. То есть обязательно вяжите свои образцы своей рукой. И тут, смотрите, получается, вот наши листики, да, с арочками. Это два ряда: 2, 4, 6, 8, 10, закончила 11, начала 12, 12 рядочков. Так это у нас, смотрите, 12 сантиметров. Красота, красота. Ничего сложного, все вяжется очень-очень быстро. С рельефными столбиками, еще и даже симпатично. Угу. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками, сохраняйте в свои плейлисты, смотрите с удовольствием. Не забывайте заглядывать в плейлисты на моем канале. Узорчиков очень много, и они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов, находятся на главной странице канала. Ну что, всем равных петелек! Встретимся в новых видео. Пока-пока!